Сегодня Кронов, главный тренер команды Иван Михайлович Лискевич и его помощник Никита Александрович Раздольский. Команда гостей сегодня к нам приехала на арену в таком составе. Номер первый голкипер команды Олег Фомин, номер пятый также вратарь Павел Раков и еще два вратаря, номер восьмой Роман Чебашкин и номер 20 Илья Стан. Так, есть еще один голкипер, номер 86 Дмитрий Лобанов. Ну, голкипер будет у команды Марьина, полевые хоккеисты. Номер 2 Петр Фетисов, номер 3 Андрей Мельников, номер 7 Руслан Абзалединов, номер 9 Артем Драгунов, номер 10 Кирилл Ган, номер 13 Егор Ермак, номер 15 Тимур Мухамеджанов, номер 16 Матвей Копчиков, номер 22 Даниил Чернов, номер 23 Михаил Мартынов, номер 24 Егор Кленин, капитан команды номер 25 Егор Бельский, номер 28 Олег Быков, номер 29 Илья Комаров, номер 30 Анастасия Дехенсис. И у нас первая забитая шайба в этом матче. Ничего себе, вот так вот Марин буквально на первой минуте матча, не успели мы даже привлекать состав команд, уже открыли счет, и гость у нас впереди 1-0. Посмотрим, как забивался эта шайба. Сейчас несколько позже будет повтор, можно следить эту шайбу. Неплохо у нас началась игра, Марина сразу же вышла в позиционную атаку, и благодаря достаточно качественным действиям в связке с партнерами Марина в итоге открывает счет в этом матче. 1-0 у нас повели гости на первой минуте буквально матча. Атакуют морские львы. Также ответная атака получилась сразу же после забитой шайбы. И едва момент не создали хозяева у ворот соперника. Удается пока что Маринцам отбиться. Выбрасывают они шайбу подальше от синей линии. Еще одна атака будет у морских львов. Передача получилась хорошая, но зацепиться сразу не удалось. Вот только сейчас Корней Ковальчук цепляется за шайбу и пытался сделать передачу. Вовремя последовал перехват. Еще один перехват, бросок по воротам. Издалека получилось достаточно опасно, но справился с этим голкипер гостей. Дается отвести на секунду угрозу от своих ворот, но продолжается пока что атака в зоне соперника. Сейчас мы продолжим дальше озвучивать составы. Будет небольшая пауза. Итак, значит, команда Марина. Продолжаем. Номер 35-й полевой хоккеист Егор Вознюк. Номер 39-й Петр Качан. Номер 53-й Илья Маслов. Номер 73-й Степан Тарасов. Номер 6-й Ярослав Дубейко. Номер 78-й Оскар Нарулин. Тренера команд Михаил Сергеевич Шварев и Андрей Олегович Нагорный. Марина уже в зоне соперника находится, и пока что небольшая возня возникла у борта, из которой сильнейшими вышли гости, но вот сейчас удалось перехватить шайбу морским львам, и будут организовывать атаку в ворот соперниками, но они уже неплохо. Скорость сейчас набирает Роман Гречишкин, бросок по воротам, и отличная возможность была для того, чтобы сравнять счет. Шайба попала точно в руки голкиперу. С первых минут у Марина ворота защищает Олег Фомин под номером 1. И у команды «Морские львы» Петр Фекалы, номер 33. Третья минута матча у нас идет, вбрасывание в ворот Марина. На подборе гости. Они сегодня у нас сыграют в бело-оранжевых свитерах. И «Морские львы» в традиционно синих. Атака гостей сейчас прорывался к воротам не без боя Быков. И едва у него получилось пройти к воротам. Вовремя его там остановили защитники хозяев, и, возможно, контратака может получиться у морских львов. Хорошо цепляется за шайбу Добрыня Кронов. Можно было бы сделать передачу, но очень вовремя среагировали защитники Марина. Теперь может быть контратака у Нарулина. Не получилось там на скорости пройти у борта. Вовремя его остановили. Снова перехват. И будут пробовать свои силы в атаке
хозяева Анастасия Жильцова. Она сейчас пока что единственная девушка на площадке, как раз таки разводила атаку своей команды. Размашисто, неплохо получилось. Дошла шайба в итоге до ворот соперника, но без труда Олег Фомин фиксирует ее. И очередное выбрасывание будет у нас у ворот Марины. Кузьмовским вам постараться выжимать по максимуму пользы из подобных моментов. Набрасывание хорошо действует ребята-хозяев, и едва сейчас не получается опасный момент. Передача хорошая из-под себя получается у Матвея Копчикова, но в этой ситуации получилось, к сожалению, безадресно. Немножко совсем не успевал партнер до передачи, и теперь уже шайба во владении у хозяев. Будут морские львы начинать со своей половины, если только не получится навязать организованный прессинг в зоне соперника маринцам, что, собственно, они сейчас и делают. В итоге Петр Качан едва не зацепился и не сделал передачу на пятачок. Вот здесь хороший перехват, может быть, морских львов. Сам в итоге прорывается буквально к воротам Микопчиком. Бросок, и шайба в итоге оказывается в сетке. Как же будет засчитывать ее арбитр или нет? Небольшая сутолка возникла у ворот Марина, чем, собственно, воспользовались хозяева. И счет у нас становится равным 1-1. На пятой минуте матча восстанавливает баланс сил в игре морские львы. Небольшое совещание пока что у арбитров идет по поводу того, что произошло на площадке. Нет, все-таки засчитывают шайбу 1-1. Собственно, атака хорошая здесь, перехват последовал в середине поля и в середине площадки. И в итоге буквально затолкали шайбу хозяева ворота соперника. Это был 16 номер, Корней Ковальчук, здорово там разобрался. Буквально у синей линии соперника отобрал шайбу, прорвался сам к воротам. Ну и как-то немножко неуверенно действовал голкипер команды гостей, и таким образом счет у нас стал равным 1-1. Корней добился своего, в итоге забил шайбу. Посмотрим, что будет дальше. 5 минут у нас в матче, и достаточно еще много событий будет впереди. Очень активно начали хоккеисты. Ответ на атаку Марина организовал. Бросок теперь будет у ворот синих. На острие в этом моменте 53-й номер команды находился Илья Маслов. Практически в похожей ситуации пытался сейчас бросить поворотом, так же, как и буквально несколькими минутами ранее 16-й номер команды «Морские львы» Корней Ковальчук, который, собственно, и сравнял шайбу. Небольшую разъяснительную беседу сейчас арбитр провел с хоккеистами морских львов. Видимо, какую-то передал до них, донес до них какую-то определенную информацию по составу. У нас из-за этого возникла небольшая пауза на площадке. Судя по всему, до сих пор разбирается как раз по поводу той забитой шайбы и, собственно, ее автора. Но вроде бы все разобрались, и продолжается у нас игра. На подборе действует удачно морские львы, но сразу же опять следует перехват от Марина. Вообще здорово Марина сейчас действует в прессинге и поджимает соперника к своим воротам. У них же в зоне. Вот сейчас удается Жильцову выбросить шайбу далеко. В зону соперника продолжается атака. Еще один момент. Бросок по воротам издалека. На этот раз это был Роман Гречушкин, буквально от синей линии, там сразу же пытался бросить. Не получилось, шайба попала в защитника. И здесь маринцам не удалось сразу же через пас подойти к воротам. Нужно будет начинать с собственной зоны. Передача на левый край, Астафьев, хороший перехват, здесь очень вовремя среагировал. В опасной близости находился к нему хоккеист команды Марина. Был Ярослав Дубейко как раз. И Астафьев очень здорово отработал в этой ситуации.
Еще один перехват, и уже теперь Маринцы могут выйти в контратаку. Хороший опять перехват, и вот уже на этот раз здорово действуют морские львы. Во второй раз подряд выхватывают шайбу у соперника и таким образом позволяют своим партнерам организовать атаку на ворот уже соперника. Отличный перехват, бросить бы по воротам, только бы не хватало третьему номеру команды «Морские львы». Разворачивался немножко неудобно, там сразу же два защитника Маринова встречали. Шайба попала в защиту одного из них, и Марина придется развивать атаку заново. И опять Корней Ковальчук в опасной близости на пятачке находится, но здесь уже слишком большая концентрация игроков была. Не получилось перевести шайбу в ворота. Будет пробовать еще раз, на этот раз передачу делает. Момент и бросок по воротам. Здесь здорово играет Фомин. Вручает свою команду. Блестящую реакцию сейчас демонстрирует голкипер. И теперь шайба уже оказывается в перчатках Петра Фикалы, который решил не обострять ситуацию. Сразу же забрал шайбу к себе в ловушку и вбрасывание теперь будет у ворот синих. Марин опять здорово действует на подборе, разворачивается, из-под себя буквально пытался сделать передачу Петр Качан. Сначала это вроде бы удалось, но сразу последовал перехват с морскими львами. Очень хорошо чувствует действие соперника сегодня в сине, но при этом сами пока что не реализуют полностью все свои возможности. Вот еще один момент был, и перехват сразу же последовал за защитниками Марина. Марина старается по максимуму отрабатывать в обороне. И пока что у них это получается достаточно хорошо. На любом участке своей площадки они стараются навязывать свой прессинг соперника. Вот здесь хороший момент получился. Из-под себя пытался бросить 17-й номер команды «Морские львы». И едва там шайба не дошла до ворот, проскочила буквально нескольких сантиметров от штанги. Еще одна атака, еще один бросок. Пока что удается маринцам отбиваться. Жесткий силовой прием Кронов демонстрирует защитникам Марина. Еще один момент. И опять Кронов борется за шайбу, выцарапывает за линии ворот. Решил сам в итоге Кронов бросить. Опять сутолка на тачке у Марина. И в этот раз Фомин фиксирует у себя шайбу. Вбрасывание будет у ворот Марина. К точке, я смотрю, сейчас подходит 16-й номер команды «Морские львы». Корней Ковальчук в итоге здорово получился разыграть, но уже у Марина хороший перехват. И теперь прорывается к воротам соперника бело-рыжий. Момент опасный получается, и шайба отскакивает чуть в стороне от ворот. Контратака может быть у «Морских львов». Опасный бросок по воротам, и прямо в упор Фомину отражает он эту шайбу, но атака продолжается. Снова много игроков на пятачке у гостей, и как-то позволяет защитники допускать нападающих к воротам Олега Фомина, и таким образом создавая неприятную ситуацию для своего голкипера, но справляется с этим Фомин пока что, во всяком случае. Но защитникам необходимо все-таки быть больше на стороже, именно в максимальной близости к своим воротам. Атака Марьина, и едва передача Тарасова не дошла до адресата, сразу же два защитника «Морских львов» были на встрече. И повезло сейчас несколько «Морским львам», удалось им полностью отработать эту ситуацию. Бросок по воротам и забитой шайбы у нас уже во второй раз от «Морских львов». Хорошая комбинация получилась, и теперь уже абсолютно нет никаких вопросов к атакующей линии. Все правильно сделали, хорошая контратака получилась, и в итоге Петр Беленьков забивает вторую шайбу своей команды в матче. Выходит вперед хозяева на
в 10-й минуте. И пока что вот эту комбинацию можно считать наиболее эффективной и результативной в этой встрече. 2-1 повели морские львы. Марины достаточно быструю шайбу забили, но недолго вели в счете. Буквально через 2 минуты морские львы сравнивают счет, а еще через 8 уже забивают вторую шайбу. 2-1 впереди хозяева, и первое нарушение правил у нас последует. За подножку соперника клюшка Жильцова отправляется на скамейку штрафников. Это первая у нас игра в большинстве будет для Марина. И вообще, в принципе, у нас это первое удаление во встрече. Посмотрим, как получится у Марина реализовать подобную возможность. Сразу бросить не получается у Марина. Вот еще один момент. И снова пытался бросить на этот раз Оскар Нарулин. Но на этот раз шайба попадает в защитника. И теперь уже морские львы вышли в атаку. Но надолго задержаться в зоне соперника морским львам не получилось. Будут ли вы начинать заново? Опять все так разворачивается комбинационно со своей стороны. Набирает скорость. Причем достаточно неплохо проходит 77-й Добрыня Кронов. Контратака Марина. Быков. Сам идет Быков. Можно бросать. Опасный момент получается. И встречал там эту атаку голкипер морских львов. Но очень хорошо, кстати, реагировал партнер Быкова, по-моему, там находился ближе всех к воротам Петр Фетисов. И, возможно, если бы поверил в эту передачу Фетисов, может быть, замкнул ту шайбу на дальней штанге и не смог бы сравнять счет. Но удалось вовремя хозяевам отбиться. Полных составов теперь играют команды. Не получилось реализовать численное преимущество у Марина. Будут пробовать, наверное, уже в следующий раз. Пока что с шайбой находятся морские львы. Бросок к воротам издалека. И здорово, все-таки Фомин играет. Опять выручает свою команду. Можно пробовать дальше. Опять через правый край пытаются прорваться хозяева. И на этот раз находился там 18 номер Петр Беленьков. Момент возникает опять у ворот Марина. И дают вот просто затыкивать защитники Марина собственного голкипера. Нужно пожестче действовать на своем пятачке. Уже не первый раз такая ситуация возникает. Вроде бы, в принципе, все получается у гостей. Но вот конкретно у собственных ворот, именно в борьбе на пятачке, позволяют и вообще, собственно, дают пространство сопернику Хоккеисту Марину. Хорошая передача сейчас. И здорово получилось, отличная комбинация. И все это шло через Корнея Ковальчука. Как раз он из-под себя отдавал шайбу на партнера, по-моему, это Петр Беленьков как раз таки поддерживал атаку. Там вторым темпом еще недалеко от них находился третий номер, Илья Мальков. Но удалось сейчас маринцам как-то перевести более-менее спокойно русло ту атаку. И в итоге шайба все равно остается в их зоне. Не удается выбраться, прижимать, собственно, воротом в морские львы. И видно, что в плане силовой борьбы сегодня очень подготовлены хоккеисты хозяев. Может быть, комбинационно у них не так удачно получается действовать на площадке, сколько именно в силовой борьбе. И во всяком случае, при первой забитой шайбе это привело к своим результатам. Как раз-таки именно благодаря активным действиям на пятачке удалось забить
первую шайбу морским львом в этой встрече. А это контратака Марьина может быть. И бросок к воротам только бы точно бы надо было сделать 53-му Ильи Маслову. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы забить шайбу. Проскакивает она сантиметр буквально от штанги. Поколы контролировал этот момент, перекрывал все углы, но если бы Маслов бросал прицельно в угол, я думаю, что даже, наверное, реакция голкипера морских львов не помогла бы. И сейчас еще один момент. Маринцы создают у ворот соперника. Хорошо получилось, и передача в центр прошла точной. Жильцова бросок опасно получается. Фомин снова блестяще реагирует. Контратака за Марьина. Набирает скорость Илья Комаров. Передача Комарова. И чуть-чуть совсем не дотягивается до шайбы Петр Качан, чтобы добить ее в сетку ворот. Было у него пространство и свободный угол, но немножко совсем не получается. Снова Комаров с шайбой. Передача на Качана. Качан решил бросить, но слишком в стороне от ворот пролетела шайба. И у нас звучит сирена об окончании первого периода встречи. Достаточно насыщенным у нас получился, несмотря на то, что всего одно удаление у нас было в этой 15-минутке. Три забитые шайбы. Марина вышла вперед буквально на первых же секундах встречи. И спустя 10 минут морским львам удалось восстановить баланс сил в игре и выйти вперед по счету. Сейчас будет повторы забитых шайб и, собственно, опасных моментов. Мы вернемся после небольшой паузы снова на площадку. Итак, возвращаемся мы с вами на арену «Южный лед» в Щербинке. Морские львы принимают Марину на своей площадке в рамках открытого Кубка Москвы по хоккею сезон 2019-2020. Хоккеисты 2008 года рождения. После первых 15 минут у нас впереди хозяева со счетом 2-1. Марина, кстати, забили первую шайбу буквально на первой секунде, в первой минуте встречи. И благодаря организованным комбинационным действиям, ну, в том числе удачным действием в силовой борьбе, морским львам удалось сравнять счет и потом уже выйти вперед. Посмотрим, как у нас во втором периоде будут играть хоккеисты. Марина также, кстати, достаточно много моментов создает у ворот соперника, но совсем немного чего-то не хватает в каких-то моментах точности, а в некоторых просто определенное чувство темпа со стороны партнеров. Вот сейчас Марина активнее сразу же пошли вперед, в общем-то, повторяя сценарий первого периода. Но на этот раз уже готовы к этому были хозяева. Действуют несколько организованно теперь в обороне. Очень много моментов было на пятачке у ворот Марина, в которых удавалось морским львам выиграть единоборство. И вот в случае первой забитой шайбы затолкнуть ее. Затолкнуть ее в сетку сквозь двух защитников морских львов. Одно удаление у нас было в первом периоде. Анастасия Жильцова за подножку соперника была отправлена отбывать наказание. Пока что это единственное нарушение, зафиксированное арбитром в этой встрече. И посмотрим, как будут развиваться события во втором периоде этого матча. У нас уже прошло по 7 матчей. И какую шайбу в итоге забивает сейчас? Ничего себе, это Маслов был. 53-й номер команды, Илья Маслов. Хорошо прочитал ситуацию. И вот вспоминаем первый период. Хороший у него подобный момент был также у ворот соперника. Он выходил практически один в один. Там шайба проскочила мимо. Но вот в этот раз Маслов здорово разобрался. Касание сразу же бросил шайбу, пока не успел еще Петр Фокалы выбрать правильную позицию. Как сразу же Маслов в блестящих касаниях реагирует. И в итоге забивает шайбу. 2-2 становится у нас счет. Марин восстанавливает баланс сил. И посмотрим, как дальше будут играть хоккеисты. Пока что, в принципе, все точно так же было и в первом периоде. Второе дыхание какое-то определенно должно открыться у морских львов. Бросок по воротам. И приходится Олегу Фомину уже включаться в игру. Достаточно много работы было у него в первом периоде. Опять-таки, повторюсь, несколько раз были
достаточно сложная ситуация у него на пятачке. В некоторых у него получалось справляться. И в данном случае Олег решил без лишних движений просто забрать шайбу и таким образом позволить побороться своим партнерам за нее уже на вбрасывании. Пытался набрать скорость сейчас по левому краю шестой номер команды Марьина. Это был Ярослав Дубейко. За Дубейкой сегодня активно присматривают защитники «Морских львов», раз за разом перехватывая шайбу у него буквально из-под клюшки. Сразу несколько защитников пытаются его накрывать. И таким образом обрезают действия своих соперников кисты «Морских львов». Хорошо комбинационно чувствуют соперников ребята из команды «Морские львы», но при этом маринцы добиваются успеха благодаря вот подобным контратакам, при которой была, собственно, забита вторая шайба. Момент у ворот Марина, бросок получается, и Фомин снова фиксирует шайбу себе в ловушке. На этот раз бросал третий номер команды «Морские львы» Илья Мальков. Много было моментов у Малькова, пока что не отличился он забитой шайбой, но в любом случае есть у него еще время для того, чтобы отличиться. Замена голкипера, кстати, произошла у «Морских львов». Сейчас вместо Петра Фокалы на площадке у нас появился Александр Скидан, номер 88. Опять момент у ворот Марина, опять Фомин забирает шайбу, и вбрасыванием необходимо будет заново разыграть с точки. Маслов хорошо действует в перехвате, но здорово здесь также Жильцова отрабатывает против трех защитников Марина. В итоге удается Маслову вырваться. По левому краю пока ждет Маслов. Делает передачу, бросок по воротам немножко неточно получается. Продолжается атака Марина. Степан Тарасов бросал в этой ситуации. Нужно будет побороться. Маслов ждет передачу на пятачке. Бросок, еще один бросок. И немножко запуталась шайба в защитниках «Морских львов». Но вот сейчас Скидану удается шайбу зафиксировать, и вбрасывание будет у его ворот. Но так, для сравнения даже, как действуют защитники «Морских львов» у себя на пятачке, достаточно жестко выпихивая хоккеистов Марина подальше от собственного голкипера. И вот что касается силовой подготовки, сегодня «Морские львы» демонстрируют нам в этом плане достаточно качественные и эффективные действия. В этом компоненте немножко переигрываем Марина. А здесь нарушение правил у нас последует, кстати, и второй уже в этой встрече. И второе все так же у команды «Морских львов». Отправляется на скамейку штрафников 22-й номер команды. Это Артем Хомяков. В большинстве сейчас играют «Морские львы», но при этом ничего им не мешает спокойно контролировать шайбу. Вот только сейчас дальний выброс последовал в зону соперника. Фетисов. И жестко Фетисова сейчас встречает, по-моему, это был третий номер команды «Морские львы». Не без труда, но удается маринцам в итоге выдрать шайбу и выйти за синюю линию. Но снова атака «Морских львов». Еще один бросок. Шайба проскакивает мимо пятачка после, можно сказать, полупрострельной передачи от Петра Беленькова. Надежно действует защитник Марина. Это 24 номер Егор Кленин. Выбирает в итоге Кленин сам скорость. Хорошо походит по правому краю. Бросок по воротам. Еще один момент, и
Блестяще просто действует Александр Скидан. Хорошую реакцию демонстрирует, фиксирует шайбу, и вбрасывание будет у ворот синих. Неплохой проход в итоге получился у Егора Кленина, прямо от своих ворот по правому краю прорвался к сопернику и в итоге сам бросил, но не хватило немножко пространства, все углы практически он перекрывал Александр Скидан. И как только у него возникла возможность, он сразу же ее зафиксировал. Бросок издалека, это Вознюк, Маслов. Еще один бросок, и вот опять чуть-чуть совсем точности не хватает Маслову. Хороший момент получился. Бросал прицельно в дальний верхний угол голкипера соперников. Но, на счастье для морских львов, шайба проскакивает мимо. И Маслову уже теперь приходится заново бороться за шайбу. Дается Маринцу прихватить. Хорошая передача на центр. Бросок в итоге получается у Олега Быкова, но не настолько сильный, чтобы забить в этом моменте. Вознюк. Вознюк дальняя передача на левый край в направлении Быкова, но Быков уже успел сместиться к центру, и там некому было принять эту передачу, но в итоге доходит до Вознюка снова шайба. Здесь нужно побороться за нее будет. Жильцова навязывает прессинг. И теперь Егор Вознюк будет разводить атаку собственной команды с своей зоны. Передача на Маслова следовала, немножко не получилось. Перехват Жильцова теперь на правом краю. Смещается к центру Жильцова, бросок. И попала шайба, по-моему, там в клюшку защитнику Марина. Без труда уже с чем, собственно, справился Олег Фомин. Вбрасывание на этот раз будет у ворот Марина. Розыгрыш хорош получается, едва не выцарапывают шайбу морские львы для собственной команды. Кленин. Передача Кленина получилась вроде бы точно Ярослава Дубейко, но не получилось, Ярослав сразу за нее зацепиться, перехват. И уже теперь морские львы атакуют, бросок издалека, Фомин снова фиксирует шайбу. Хороший момент получился у морских львов, как только перехватили шайбу, организованно пошли в атаку. Здесь отдельно, конечно, хочется отметить Анастасию Жильцову. Раз за разом она создает неприятности для соперника, перехватывает шайбу и очень здорово действует в отборе. Илья Мальков бросал. Не хватило немножко, наверное, может быть, плотность. Вот сейчас Мальков опять находился в опасной близости. Делает передачу, бросок к воротам. Сейф блестящий просто получается у Олега Фомина. Снова мы его отмечаем, уже не в первый раз в этом матче. Петр Беленьков бросал после передачи Малькова. Мальков здорово разобрался и решил вытеснить шайбу за линию ворот и потом уже под себя сделать передачу, которую как раз-таки Беленьков уже и ожидал под бросок. Но Олег Фомин выручает команду. И нужно как-то более организованно действовать защитника Марина. Сейчас опять они запускают Малькова к левому краю. И было пространство Малькова даже для того, чтобы бросить самому. Делает он передачу. Но здесь уже на чеку были какие-то Марина. Не получается, к сожалению, пройти Егору Кленину, останавливают его у правого борта. Маслов едва не зацепился за шайбу, опасно могло бы получиться. Астафьев, дальняя передача на противоположный край, там может побороться Корней Ковальчук за нее. Там и Мальков, я смотрю, уже успел подключиться вторым темпом. А это контратака, Тарасов. Сам бьет Тарасов, очень опасно получается. И, судя по всему, Александр Скидан выручает сейчас свою команду. Хороший перехват и атака морских львов теперь может получиться. Ковальчук опять в сутолку ворот Марина. И вот снова уже хочется отметить этот момент. Позволяют побороться защитники Марина морским львам у себя на пятачке. Фомин фиксирует шайбу. Вбрасывание будет у ворот гостей. Давай,
подборе здорово Мариинцы действуют, пытаются выбросить шайбу, удается это сделать, и, возможно, даже организованная контратака у них сейчас получится, набирает скорость Илья Комаров, делает передачу на центр, но не получается там зацепиться сразу для Ярослава Дубейко. Там перехват шайбы следует от защитников морских львов. Будет начинать Марина атаку заново. Снова передача в направлении Дубейко. Момент у морских львов. Бросок по воротам, створ получается это сделать в итоге. Но атака будет продолжаться у морских львов. Бросок еще один. И чуть-чуть совсем не хватило для того, чтобы Жильцовой забить эту шайбу. Совсем немножко ей сейчас не повезло, и будет продолжаться атака львов. Бросок издалека. На этот раз подстраховал свою команду Егор Клинин. Еще один наброс. Раз за разом сейчас уже буквально оккупируют ворота соперника морские львы. Слишком сильно немножко передача. Там Гречушкин, клюшкой буквально не получается, но отдает коньком шайбу партнеру. Тренер подсказывает Гречушкину, что нужно поближе к борту сейчас находиться в этой ситуации, на подборе ждать шайбу. И вот как раз-таки прав был тренер, потому что именно на Гречушкина последовала передача. Едва у нее не получилось за нее зацепиться. Здесь активно борется за нее Ярослав Дубейко. И положение вне игры уже фиксируется арбитром. 9 минут у нас позади во втором периоде встречи. Как я уже говорил, успели ребята в этом розыгрыше сыграть Марина 6 игр, а морские львы 7. И что касается разницы по очкам, на 3 очка всего отстает Марина от своих сегодняшних соперников. Поэтому победа нужна гостям сегодня как никогда. Они смогут сравняться со своими сегодняшними визави. Положение вне игры, ну, здесь откровенное было. Врывался в зону Петр Беленьков. Там уже находился Корней Ковальчук. Недоволен этим решением Беленьков. Сильно выбрасывает шайбу. И за что, собственно, получает словесное такое предупреждение от арбитра. Так вот, Марин после 6 игр имеет в активе 2 очка. Одна победа, 0 ничьих и 5 поражений. Морские львы несколько удач. 2 победы, 1 ничья, 4 поражения. В 3 очка, я как уже повторюсь, между ними разница. 42 забитые шайбы, 52 пропущенные у морских львов. И 30 забитых, 52 также пропущенные у Марина было до этой встречи. Поэтому, в принципе, на площадке находятся плюс-минус равные команды. И на победу могут рассчитывать и те, и другие. Все будет зависеть от того, насколько все-таки сил сегодня хватит на полную встречу у хоккеистов и насколько удачливее будут ребята действовать в атаке. Перехват и контратака могла получиться на ворота Марина, но здесь арбитр останавливает игру, показывает, что нарушение правил было. За грубость был удален сейчас хоккеист. И в очередной раз у морских львов, уже в третий раз в этом матче, у Марина численное преимущество на площадке. Дважды это уже во втором периоде. Петр Беленьков будет отбывать минутный штраф. Марина, может быть, сейчас опять возможность для того, чтобы забить шайбу в большинстве. Пока что этого сделать не получалось, но, кстати, неплохо все-таки действует в отборе 10-й номер команды морских львов. Это был Святослав Тарабукин. Боролся здорово за шайбу, как раз-таки оттянул те самые необходимые секунды для того, чтобы минимизировать игру в меньшинстве в данном розыгрыше. Трабукин поборолся за шайбу, здорово. Делает передачу, нашла в направлении, кстати, как раз Добрыни Кронова. Но Кронова здесь придется побороться, сразу же встретил его Егор Клинин. Клинин здорово царапает шайбу, но вот сразу уйти не получилось. Жильцов там
Трабукин, прошу прощения, Святослав подстраховывает в этой ситуации. Хомяков оставит, или Хомяков шайбу в зоне соперника, удается это сделать, набирает Хомяков скорость по правому краю, там его достаточно жестко встречал Петр Фетисов, и буквально в падении Фетисов удается выбить шайбу у Хомякову, здесь хороший перехват, снова Хомяков. Полный состав переиграет команды, продержались морские львы, но при этом в последние минуты как раз именно у них было больше атак. Несмотря на то, что играют в меньшинстве. Еще удар из-под себя, еще один момент. Опять сутолку у ворот Марина. И опять на пятачке как-то. И рефери не останавливает игру. И защитники Марина дают бороться сегодня у себя на пятачке кистом хозяев. Вот только сейчас рефери вынужден остановить игру. Очень недовольны, кстати, болельщики подобной ситуации, потому что раньше еще необходимо было рефери останавливать игру. Еще до вот этой борьбы на пятачке. Но при этом морские львы делают все правильно. Они пытаются продавить соперника на каждом участке и включают в том числе и силовую борьбу. Действия можно назвать оправданными, учитывая, что в одном из моментов таким образом была забита шайба. Но здесь положение вне игры. Маслов правильно, конечно же, все делал. Набирал скорость по правому краю. И Качан также подхватывал шайбу, но уже в положении вне игры, как раз к этому моменту Маслов находился. Возняк с шайбой выбрасывает ее подальше. Егор Вознюк. И достаточно целенаправленно получается, потому что едва за нее не зацепился Степан Тарасов. Сейчас ему уже приходится бороться за нее. Не смог он там прорваться в одиночку по правому краю. Некому было поддержать его атаку. Но при этом едва не сохранил контроль для своих хоккеистов. Ну, как минимум, оттеснил немножко соперника подальше к своим воротам и заставив таким образом разыгрывать шайбу из глубины. Положение вне игры, и вбрасывание будет уже в центральной зоне. Напомню также формат. У нас матч проходит в двух составах. Первый состав играет первые два периода по 15 минут. И по окончании вот этого как раз периода выйдут вторые составы после большой паузы. Осталось у нас 2 минуты как раз-таки до конца игры первых составов. Маслов набирает скорость. Один против троих. Сейчас пытался прорваться Илья, но совсем немножко не получилось. Здорово действовали защитники. Жильцов получает шайбу из глубины и не дает ей там прорваться, вернувшийся уже обратно Егор Вознюк. Еще один момент. Опять Жильцов. Бросок по воротам. Фомин реагирует. Еще один момент. Блестящая реакция, конечно, голкипера Марина. Сегодня очень много раз он вручал свою команду, несмотря на то, что первую шайбу совсем ненужную пропустили маринцы. Не успел Фомин в той ситуации вовремя зафиксировать шайбу, то полностью оправдал тот момент Олег Фомин. И уже в который раз отбивает шайбу, и несколько раз даже в упор получались броски. Еще один момент, бросок по воротам Хомякова. Ну и только мне стоило похвалить игру Олега Фомина. И как Хомяков забивает шайбу морских львов. 3-2 становится счет в пользу хозяев. За минуту буквально до конца второго периода этой встречи. Ну и здесь ничего не оставалось Олегу Фомину. Буквально в упор его Хомяков расстреливал. Вот, собственно, сейчас будет повтор этого момента. Здесь Жильцова здорово поборолась, и вот как раз-таки благодаря ее активным действиям шайба отскакивает к Хомякову, который беспрепятственно расстреливает ворота голкипера Марину. Нет никаких абсолютно претензий к Олегу Фомину. Успел он даже среагировать на этот бросок, зацепился за шайбу, но
чуть-чуть совсем не хватило для того, чтобы ее отбить. И здесь уже, наверное, больше вопросов к защите Марина, которая позволила довести дело до подобного броска. Артем Хомяков, капитан команды морских львов, номер 22, в итоге выводит свою команду вперед. Ответная атака Марина, бросок в упор поворотом сейчас наносил Ярослав Дубейко. Немного было моментов у Ярослава, но сейчас по-настоящему опасный получился. И много неприятностей сейчас могла создать эта забитая шайба для хозяев. 20 секунд у нас остается до конца второго периода этой встречи. Нужно попробовать гостям реализовать по максимуму вот сейчас оставшиеся моменты в эти секунды. И снова маринцы здорово поборолись за шайбу, но нет совсем у них времени для того, чтобы организовать атаку. Выброс шайбы за пределы своей синей линии от морских львов. И заканчивается у нас таким образом второй период. Со счетом 3-2 побеждают морские львы. Первые составы можно поздравить с заслуженной победой. Марина сегодня первыми составами здорово играла и создавала достаточно большое количество моментов у ворот соперника. Первыми же они забили шайбу буквально на первой минуте встречи. Но не помогло это гостям. И благодаря блестящим индивидуальным действием хоккеистов морских львов удалось в итоге им в эти две 15-минутки одержать заслуженную победу. У нас сейчас будет продолжительная пауза, заливка льда, выйдут вторые составы на площадку, и мы продолжим с вами игру. Возвращаемся с вами на арену «Южный лед» в Щербинке, где хозяева команды «Морские львы» принимают на своей площадке команду «Марина». Матч проходит у нас в рамках открытого Кубка Москвы по хоккею. Среди ребят 2008 года рождения, сезон 2019-2020, группа «В» после первых двух периодов. Впереди у нас «Морские львы» со счетом 3-2. Очень интенсивные два периода получились. Марина даже выходила вперед, прям в самом начале встречи, буквально на первой же минуте. Но удалось морским львам буквально через несколько минут сравнять счет, потом выйти вперед и буквально под самый занавес второй 15-минутки одержать победу среди первых составов. Сейчас у нас на площадке появляются вторые составы команд. Нас ждут интенсивные две 15-минутки. Команды плюс-минус, как я уже повторюсь, во втором периоде равны. Нас сегодня играют. Очки абсолютно каждый из них необходимы. Марина одерживала всего одну победу в этом розыгрыше. Морские львы две победы. Разница между ними 3 очка. Поэтому Марине сегодня нужно побеждать для того, чтобы сокращать разрыв. А морским львам для того, чтобы укрепить свой статус в турнирной таблице и несколько догнать своих ближайших соперников, также нужно сегодня побеждать. Хорошие шайбы у нас забивались в первых двух периодах. И стоит отметить отдельно несколько забитых шайб, в которых отличались у морских львов Петр Беленьков. Блестящая там разыгранная комбинация была, и вследствие чего, собственно, было взятие ворот у команды Марьина. Невероятную шайбу забил Илья Маслов во втором периоде. В касание и в дальний верхний угол ворот. Ничем там не мог помочь своей команде голкипер команды морских львов Петр Фокалы. Таким образом, даже несмотря на то, что Маслов сравнял тогда счет, удалось в итоге выйти вперед морским львам и укрепить свое определенное преимущество на площадке. Сейчас момент опять-таки создают морские львы. По-настоящему первый опас у нас получился в этом периоде. И сразу же следует удаление с подножки соперника клюшка. Отправится на скамейку штрафников хоккеистка команды Марина. Отбывать наказание уходит Анастасия Клитотехнис. И
Это первое, кстати, удаление у Марина в этой встрече. У нас не так их много было по ходу игры. Дважды удалялись хоккеисты «Морских львов» во втором периоде, один раз в первом. 3-1 пока что у нас по удалениям. Впереди «Морские львы», так же, как и по счету. И стоит еще отметить, что именно физически сегодня по определенным силовым показателям несколько лучше играют хоккеисты «Морских львов». Много создавали они проблем Олегу Фомину в первых двух периодах на пятачке. И сейчас какой опасный момент получился. Едва шайбу не потеряли из вида хоккеисты «Марин». Удалось ее выбить подальше от своего пятачка. Момент получился очень опасный. Это, кстати, второй звоночек уже у ворот гостей. 5 секунд еще остается меньшинства у «Марина». Удается им пока что отбиться. Несмотря на то, что трижды «Маринцы» имели численное преимущество на площадке в первых двух 15 минутах, шайбы, к сожалению, забить у них не получилось. И при этом достаточно организованно действовали «Морские львы», играя вчетвером на площадке. По составам команд вторые две 15-минутки нас закончится момент «Марина». Бросок по воротам очень опасным получился от Руслана Абзалединова. Чуть выше шайбы проскакивает ворот. И у «Морских львов» есть пока что возможность свободно разыграть шайбу, но опять едва не вынужденная потеря не возникла в зоне синих. Давайте сейчас выйти в контратаку. Бросок издалека фиксирует шайбу в своей ловушке Илья Стан, голкипер команды «Марина». И есть возможность озвучить составы. Озвучим состав сначала гостей, раз мы с них уже начали. Илья Стан, голкипер команды номер 20, полевых хоккеисты номер 3 Андрей Мельников, номер 7 Руслан Абзалединов, номер 9 Артем Драгунов, номер 15 Тимур Мухамеджанов, номер 25-й Егор Бельский, номер 30-й Анастасия Клитотехнис, номер 33-й Тимофей Таможный, номер 55-й Егор Тимошкин, номер 72-й Роман Песков, капитан команды, номер 91-й Евгений Тика, тренера команды Михаил Сергеевич Шварев и Андрей Олегович Нагорных. Состав команды «Морских львов» на ближайшие две 15-минутки. Голкипер команды номер 44-й Тихон Борщов, номер 5-й, пошли уже полевые хоккеисты, Данила Гуков, номер 12-й Богдан Гермек, номер 15-й Дмитрий Шумилов, номер 24-й Вадим Прощицкий, капитан команды, номер 26-й Иван Сардушкин, номер 27-й Александр Долгих, номер 6-й Дмитрий Свидов, номер 46-й Иван Кучинов, номер 55-й Ильяс Хиромагомедов, номер 65-й Георгий Тропин, номер 78-й Ярослав Стародумов и номер 14-й Максим Батарев. Главный тренер команды Иван Михайлович Лискевич и его помощник Никита Александрович Раздольский. Вбрасывание сейчас у ворот «Марина» на подборе. Здорово действуют «Морские львы», сразу же доводят дело до броска и удается зафиксировать сразу же шайбу в перчатке Илье Стану. И таким образом вбрасывание необходимо будет повторить. У точки Вадим Прощицкий. Подбор остается за «Морскими львами». Получается в итоге развернуться у хоккеиста синих. Здесь поддерживают вторым темпом атаку, но из-под прессинга защитников «Марина» не удается выйти. И теперь контратака уже на ворота хозяев. Хорошее комбинационное действие, но вот бросить сразу же не получается. Вовремя здесь остановили Тимура Мухамеджанова у ворот синих. И здесь нарушение правил последует. Второе удаление будет в этой 15-минутке. На этот раз за подножку соперника Плюшка отправится на скамейку штрафников хоккеист «Марина». И это второй подряд удаление как раз-таки у гостей. И опять подножка. 33-й номер команды уже на этот раз идет на скамейку штрафников. Тимофей Таможный. И вторые составы «Марина», во всяком случае, несколько более боевитом составе сейчас вышли на площадку в плане силовых действий. Вот если в первом периоде и во втором очень не хватало как раз именно силовой борьбы «Маринцам», все у них здорово получалось и комбинационно, и индивидуально, технически, но вот
что касается именно силовой борьбы, заметно они проигрывали по этому показателю своим соперникам. Ну, что, может быть, как раз-таки и привело к такому результату. Как раз-таки одна из шайб Маринсом попала в сетку благодаря активным и жестким силовым действиям на пятачке у соперника. Затолкнули морские львы шайбу в ворота Маринцев. И тогда это, по-моему, была вторая шайба. И повели тогда в счете морские львы. Сейчас маринцы действуют несколько пожестче. Но при этом удаление сыпется раз за разом. Сейчас уже 91-й номер команды за грубость получает минутное наказание. Евгений Тика отправляется на скамейку штрафников. 5 в 3 уже теперь будут продолжать играть команды. И сравнялись вот буквально за 4 минуты третьего периода по удалениям. Сразу 3 удаления получают в этот промежуток хоккеисты Марина. Если бы это было при игре первых составов, возможно бы удалось бы маринцам сохранить определенное равенство по счету, но у морских львов практически все получалось в атаке, что они задумывали, поэтому 3-2, в принципе, счет можно считать достаточно справедливым. И уже теперь вся надежда у маринцев на второй состав, что они смогут как-то преломить ход событий. Пока что без особых ошибок действуют морские львы. И в том числе вторыми составами. Жесткий стык сейчас случился у левого борта команды Марина. Без нарушения правил здесь обошлось. Могут продолжать дальше играть хоккеисты. Команды, кстати, морских львов. У нас сейчас будет небольшая пауза. Я озвучу всех хоккеистов, присутствующих на площадке в эти ближайшие 2 15-минутки. Здорово разбирается Марин, но этого не хватает для того, чтобы окончательно вынести шайбу подальше от своей синей линии. Возможно, сейчас выйдет контратака, бросок издалека по воротам. Немножко авантюрно получалось у Романа Пескова, но Марина все равно сохраняет контроль. Перехват, и вот уже теперь морские львы вперед идут. Прорваться не получается Дмитрию Свидову. Марина с шайбой. Жесткий стык у борта. Нету нарушений правил. Можно продолжать. До броска дело в итоге так и не доходит. Марина оккупирует дальше ворота своих соперников. Пытаются морские львы вынести ее подальше, но только сейчас удается выбросить шайбу и точно в клюшку сопернику. Здесь Бельский вовремя находился у сильной линии, караулил шайбу. И не без труда удается все-таки как-то немножко отодвинуть от своих ворот хоккеистов Марина, выбросить шайбу за синюю линию. Но все равно контроль за гостями, таможенный. Таможенный здорово обыгрывает сейчас соперника. Сам в итоге прорывается и бросок издалека нам демонстрирует. Еще один бросок, и шайба в сетке оказывается. Ну как же так? Вот поносил вроде бы уже голкипер команды морских львов эту шайбу, но точно в клюшку сопернику попадает. Таким образом 3-3 становится счет. Добились своего маринцы. Жесткий прессинг и приводит это в итоге к своим результатам. Вот выбрасывает шайбу голкипер морских львов. Вроде бы в направлении собственного защитника, но здесь караулил это движение Роман Песков. И на опыте немножко действовал Роман. На перехвате сразу же направляет шайбу в сетку. И уже от щитка голкипера Тихона Борщева шайба оказывается в сетке ворот морских львов. Таким образом 3-3 у нас становится счет. И Марина удается в итоге восстановить игровой баланс, и возможно, как раз-таки это станет для них определенным камнем преткновения в игре.
Не хватало им силовой борьбы, пожалуйста. Вот буквально в первые 4 минуты сразу же 3 удаления, жесткая игра и при этом достаточно активный прессинг приводит к своим результатам. Мухамеджанов едва не бросает поворотом, не получилось чуть-чуть совсем зацепиться. Вторым темпом помогает ему Тимофей Таможенный. Шайбу вот так вот, блестящий бросок издалека, не успел среагировать на нее Тихон Борщов, и теперь уже Марина выходит вперед. Хорошая забитая шайба получается у 55-го номера Егора Тимошкина и команды Марина, и вот уже к исходу 8 минуты третьего периода Марина ведет в счете. Вот повтор как раз таки этого момента. Таможенный получает шайбу буквально у синей линии, бросает издалека и не видел ее просто Тихон Борщов. И становится счет уже 3-2 в пользу гостей. Марина вырывается вперед, не без труда, но при этом достаточно жестко включившись в игру, понимает, что нельзя сегодня уступать, нужно ни в коем случае, нужно в любом случае сегодня выигрывать, набирать очки. И активизировались также у нас болельщики, активно поддерживают сегодня Марину, очень большая поддержка приехала с их стороны. Вполне возможно, что это как раз и в какой-то степени помогает сегодня гостям. Песков прорывается сам в итоге к воротам. То есть как-то очень легко против него действуют защитники Морских Львов. Едва не подпускают его к своим воротам, но удается немножко отодвинуть шайбу подальше. И сейчас попробуют организовать свою атаку. Сардушкин набирает скорость по левому краю. Хорошо разворачивается Сардушкин и здорово в итоге почти прошел. Гуков поможет здесь у синей линии зацепиться. Сардушкин не успевает разворачиваться. Гуков опять на Сардушкина. Можно набрать скорость, но устал немножко Сардушкин от таких рывков. И уже теперь прессинг только получается вступить. Перехват Абзалединов на левом краю. Ну, совсем один Абзалединов находится. Некому в помощи ему подъехать. Абзалединов в итоге разворачивается, острого угла сам бросает. Борщов здесь надежен, фиксирует шайбу. И вбрасывание будет в ворот Морских Львов. Абзалединов. Грамотно действует Руслан. Действительно, тут и болельщики даже это успели заметить. Вторая атака как раз именно через него проходит. Здесь заблокировали хоккеиста Марина, таким образом не позволив развить дальше атаку. Передача на правый край. Абзалединов далеко вперед бросает. И все-таки целенаправленная получается передача. Удается там зацепиться. Мухамеджанов и Таможенный как раз находились в центре. И едва не вырвались вдвоем на одного голкипера хоккеисты Марина. Вовремя им помешал, по-моему, Данил Гуков это был в этой ситуации. Еще один момент на этот раз у ворот Марьина возникает. Абзалединов на Мухамеджанова. Мухамеджанов сам в итоге идет. Протаскивает шайбу на Абзалединова. И блестяще здесь Борщов действует на выходе. Вовремя перекрыл углы и зафиксировал шайбу. Тихон Борщов уже вовсю включается в игру. Очень много моментов у его ворот создается. Поэтому совсем нет времени для того, чтобы отдохнуть. Вот он, собственно, момент этой ситуации. В упор уже буквально пытался Абзалединов пробить голкипера синих. Но на месте в этой ситуации находился Борщов. Здорово вышел и сократил пространство для броска Абзалединова. Бельский сам в итоге прорывается. Здесь коробочку некоторую создают защитники Морских Львов и таким образом оставляют Бельского без шайбы. Передача немножко сильная все-таки получается в направлении Анастасии Клитотехнис. Контроль находится у Морских Львов.
из зоны необходимо выходить, но вовремя здесь останавливают кисты Марина атаку морских львов, а теперь уже они именно попробуют разыграть шайбу. Вот только сейчас немножко отодвинуты были гости за синюю линию нападения, и теперь уже нужно будет в атаке прессинговать, и причем достаточно успешно это получается делать Роману Пескову. Один он там навязывает борьбу аж двум защитникам морских львов. Хорошая атака может быть у хозяев. Бросок воротам и сравнивает счет в итоге морские львы. Блестящая комбинация получилась. Сардушкин забивает эту шайбу. Ван Сардушкин здорово прочитал действия своего партнера. Хорошо они разыграли сейчас эту комбинацию. И в итоге 4-4 становится счет. Не совсем радуются этой шайбе морские львы. Понимают, что это еще мало для того, чтобы как-то почувствовать силу в этой игре. Вот хорошая комбинация получилась, по-моему, это Гуков был на Сардушкина. И беспрепятственно в итоге Сардушкин заносит шайбу в сетку ворот. Нет, это Дмитрий Севидов делал голевую передачу. И вот так, вроде бы под контролем держали игру Маринцы до последнего. Атака гораздо больше создавали и несколько прибавили именно в силовой игре. Но при этом морским львам в одной из немногочисленных атак в этом периоде удается забить шайбу и таким образом сравнять счет. Удаление у нас сейчас также в игре проследует. За 2 минуты буквально до конца третьего периода этой встречи на скамейку штрафников снова отправляется кист команды Марина. На этот раз седьмой номер Руслан Абзалединов получает минуту наказания. И есть численное преимущество в ближайшие минуты на площадке у морских львов. Нужно попробовать реализовать все-таки эту ситуацию с синим. Пока что у них ни разу этого не получалось еще в этом периоде. Это четвертая, можно сказать, попытка. При счете 4-4, а вот здесь пропускает шайбу кист морских львов. Приходится возвращаться обратно. Передача на левый край, в центр. Хорошо получается. Здесь Страдумов неплохо действовал, но немножко безадресно получилась передача. Вот сейчас удается зацепиться. Настрадумову можно было бы сделать передачу, но решил в итоге сам бросать издалека Иван Кучинов. Чуть выше штанги проскакивает шайба. Чуть выше перекладины, прошу прощения. И вот еще одна передача. Кучинов там находился один совсем на пятачке. Немного до него не доходит эта передача. Марин прихватывает шайбу. Пока что оттягивает время. Мухамеджанов не спеша обходит двух хоккеистов морских львов, выигрывает необходимые несколько секунд для того, чтобы вернулся пятый кист на площадку. Абзалединов уже успел выйти на лед, и теперь в равных составах будут продолжать команды. Пока что ни одной не удавалось забить шайбу в большинстве. 4 возможности было у морских львов и 3 было у Марина. У Марина это было, правда, при игре первых составов. Момент у морских львов, бросок по воротам, и здорово сейчас действует голкипер Марина, Илья Стан. Выбрасывает шайбу подальше, все контролирует голкипер. А так может получиться у Марина. Кто-то вниз, идет пока что к левому краю, смещается, и совсем уже не остается времени. Звучит сирена об окончании третьего периода этой встречи. Очень боевой получилась эта 15-минутка. 4-4 у нас счет. 3 забитые шайбы мы увидели в этом периоде. 2, причем от Марины, одну от морских львов. Сейчас будет повтор наиболее опасных моментов. Ну, в принципе, можно сказать, что солировали практически все 15 минут маринцы. Получили 4 удаления, при этом дважды забивали. У нас сейчас будет небольшая пауза, и вернемся сразу же после перерыва. Thank you.
Заключительный, решающий период встречи матча «Морских львов» и «Марин» у нас сейчас начался на арене «Южный лед» в Щербинке. Матч кубка, открытого Кубка Москвы по хоккею среди хоккеистов 2008 года рождения. Группа «В», счет у нас равный 4-4. Очень интенсивные получились несколько последних минут. В третьем периоде забивали «Маринцы» дважды и один раз забили «Морские львы». Сейчас очень опасный момент, сразу же создают «Морские львы» ворот соперника. Едва не забивает шайбу, удается пока что «Маринцам» отодвинуть угрозу от своих ворот, выбросить шайбу подальше за синюю линию. Но при этом сразу же контроль остается у «Морских львов». Передача немножко сильная получается у «Морских львов», отскакивает шайба в итоге в зону соперника, и «Маринцы» уже будут разворачивать свою атаку. После первых двух 15 минуток, практически полностью в которых контроль был у «Морских львов», со счетом 3-2 они победили, и при этом больше владения шайбы было именно у хозяев, то вот в третьем периоде ход игры несколько поменялся. Бросок еще один поворотом, уже в упор буквально пытался расстрелять хоккеист «Морских львов». Это Кучинов был, ворота соперника. Удается справиться с этим и с первого, и со второго раза Илье Стану. Вручает он свою команду. В принципе, немного было моментов в третьем периоде у его ворот. Гораздо больше работы пришлось на Тихона Борщева, голкипера команды «Морских львов». Раз за разом его буквально штурмовали нападающие команды «Марьина». И две шайбы забили в тот как раз-таки «Маринцы» в прошлом периоде, выйдя вперед. Но «Морские львы» буквально одну из немногих атак реализовали, выход в 2 в 1. И таким образом, сделав счет равным, вот эти 15 минут должны стать решающими для одной или другой команды. У нас на площадке равные абсолютно по силе друг другу команды. И при этом сложно сказать, кто действительно фаворит сегодняшней встречи. Бросок издалека по воротам очень опасно получается. И это у нас бросал 55-й номер, это Егор Тимошкин. Чуть выше перекладины проскакивает шайба. Еще один момент может возникнуть. Бросок уже на этот раз 33-го, Тимофея Таможенного. В нескольких сантиметрах шайба проскакивает мимо. Рвутся вперед хоккеисты «Морских львов». Нету ли здесь нарушения правил? Ничего не фиксирует арбитр? Или как, все-таки отправит на скамейку штрафников хоккеиста в бело-рыжем свитере. Это опять 7-й номер. Руслан Абзалединов, он уже получал удаление в этой встрече в третьем периоде. Последнее, кстати, как раз-таки было удаление у него. И снова большинство есть у «Морских львов». Хорошая возможность для того, чтобы выйти вперед по счету. Нужно попробовать по максимуму реализовать эту возможность. Задерживает шайбу они в зоне соперника. Здесь останавливает арбитр встречу, показывает, что шайба должна быть разыграна в центральной зоне. Рукой делать передачу нельзя, и поэтому нужно будет начинать атаку «Морским львам» заново. Кучинов едва в касании сейчас не бросил, очень хороший момент у него получился. Чуть-чуть не хватило точности для того, чтобы плотно приложиться по шайбе, будет продолжать «Морские львы» дальше прессинговать ворота соперника. Гуков немножко завязалась шайба на левом краю. Сразу же попадает под прессинг Данила от Егора Тимошкина. Гуков вот здесь уже выбирается, сохраняет шайбу для своей команды. Кучинов неплохо отдает передачу. Дальше пока что не выдвигает. Это Егор Кленин, по-моему, было, если не ошибаюсь. Здесь положение вне игры. Может быть, придется немножко вернуться все-таки назад Георгию Тропину. Наброс на пятачок. Вранный состав теперь играет команды. И уже вернулся на площадку Абзалединов. Вот как раз-таки он сейчас протаскивает шайбу дальше. Бросок к воротам удается сделать 33-му Тимофею Таможенному. Не сильно получилось. Борщов справляется с этим. Мухамеджанов.
еще один момент, и шайба в сетке оказывается, судя по всему, или нет. Здесь сутолка возникает, справился с броском Тихон Борщов, фиксирует шайбу, но страсти здесь накалились до предела, и едва драка не возникла у ворот Морских Львов. Арбитр вовремя разнимает хоккеистов, и на скамейку штрафников отправится сейчас 65-й номер команды «Морские Львы» и 15-й номер команды «Марьино». Георгий Тропин и Тимур Мухаммеджанов, соответственно, сейчас получили скамеечные штрафы. Еще отправляет двух хоккеистов арбитры на скамейку штрафников. Абзалединов, смотрю, отправился также отбывать скамеечное наказание у команды «Марьино» и у команды «Морские Львы». Тоже кто-то из зачинщиков как раз-таки вот это сутолки у ворот. По-моему, это как раз... 4 в 4, да, там показывает арбитр, что будет продолжать играть. Или нет, 5 в 5, немножко непонятно. Да, все-таки полных составов будет, просто пускай по 20 скамеечных штрафов получили команды. Марьино здорово на подборе действует, бросок издалека. Попадает шайба после броска Мельникова в кого-то из защитников «Морских Львов». Развивается атака по левому краю у «Морских Львов», но передачу здесь сделать не получается, перехват, и теперь уже контрвыпад может быть от «Марьино». Успели вернуться почти всей командой синие себе в оборону. Борщов, блестящий сейв, сейчас отражает шайбу. Но остается контроль в итоге у «Марьино», здесь продвинуть по правому краю чуть-чуть совсем не получилось, но вторым темпом помогают хоккеисты Егору Бельскому. Сразу два хоккеиста против Бельского сейчас там борются. И вторым темпом мог ему помочь там Артем Драгунов. Но шайба отскакивает в синей линии. И едва когда Анастасий Кататехнис не доходит шайба. Очень в опасной близости она там находилась. И пространство как раз таки для броска или для передачи у нее было. Но вовремя среагировали защитники «Морских Львов». Передача на левый край. Это Ильяс Хирамагомедов. Пытался себе на ход Ильяс пробросить шайбу. Читал его действия защитник «Марьино». Серия перехватов у нас в центральной зоне. И во владении у «Марьинцев» остается контроль. Контроль шайбы Драгунов. Жесткий силовой прием Кучинов демонстрирует. Не, по-моему, все-таки без нарушения правил это обошлось. Кучинов решил сам бросить. В стороне проскакивает шайба, но попробует там за нее, пробовал, вернее, зацепиться шестой номер Дмитрий Севидов. Контратака «Марьино» не привела это к каким-то особо опасным моментам. Кучинов. У Кучинова есть пространство, решил в итоге сделать передачу и цепляется в итоге за нее партнер. Можно попробовать сбросить. Еще один момент, бросок к воротам, сутолку ворот «Марьино». И здесь уже не без труда, но приходится все-таки фиксировать шайбу Илье Стану. Что прямо перед ним буквально на льду лежал хоккеист «Морских Львов». Вот это, собственно, ситуация, которая возникла. Здесь очень здорово Кучинов имел возможность... Для того, чтобы забить шайбу, бросал по воротам, но Илья Стан вовремя среагировал, зафиксировал ее у себя в ловушке. Еще один момент. Снова Кучинов. Бросок по воротам Кучинова. И чуть-чуть выше проскакивает шайба. Очень опасный момент получился, несмотря на то, что большая плотность хоккеистов была на пятачке. Кучинов бросал в створ. Хороший отбор сейчас
Опять Кучинов в шайбе. Кучинов дальше, передача на левый край, бросок. И не доходит в итоге шайба до створа. Ярослав Страдомов бросал. И все-таки блестящий какой отбор был в центральной зоне у Вадима Прощицкого, капитана команды как раз-таки «Морских клубов». Прощицкий так по-футбольному в подкате сохранил шайбу для своей команды. И едва сейчас синие не забили пятую шайбу. Абзелединов. Передача на центр. Абзелединов хорошо прочитал действия партнера. Прямо на ход давал шайбу на Мухамеджанова. Мухамеджанова просто сразу опекали защитники «Морских клубов», поэтому бросить было очень сложно прицельно из этой позиции. Гуков. Гуков дальше в направлении Шумилова. Шумилов вроде бы зацепился за шайбу, но Егор Тимошкин очень вовремя приблизился как раз-таки к движению и, соответственно, сразу же в касание бросил. Не сильно полетела шайба, можно продолжать дальше играть. Мухамеджанов. Абзелединов. Абзелединов обратно хотел на Мухамеджанова, хорошо читалась эта передача. И справились с этим защитники «Морских клубов». Еще один момент. Бросок Абзелединов, Мухамеджанов. И опять как-то немножко неуверенно забирает шайбу голкипер команды «Морских Львов» Тихон Борщов. Разряжает он сейчас обстановку. Затолкали его там хоккеисты Марьина. Сразу не получилось у Тимофея зафиксировать шайбу, что, собственно, дало возможность для того, чтобы побороться Марьинцем. У него на пятачке. Повтор как раз этого момента. Там после первой возможности забрать шайбу Борщов едва ее не забрал. Получилось только во второй ситуации этого сделать. Двинулся Борщов на скамейку запасных, но тренер сказал, что не будет его менять. А, нет, это подсказка какая-то была к Тихону. Иван Михайлович Лискевич как-то сейчас поднастроился у голкипера на более решительные действия у себя на пятачке. Мельников. Бросок издалека Мельникова. Борщов отражает шайбу. Страдумов отлично сейчас может вырваться. И уже буквально в последний момент подставляет клюшку ему под шайбу Егор Бельский. Бельский здорово сейчас действовал в отборе. Один в один мог выйти Страдумов, если бы вовремя у него не отобрал шайбу Егор. Снова опять борьба у Солборда. Кататехнист выходит на ворота. Одна практически она там находится. Бросает прямо в упор по Борщову. И в этот раз Тимофей блестяще справляется со своей работой. Забирает шайбу, фиксирует между своих щитков. И таким образом не дает добить ее дальше в створ. Вот здесь хороший момент был. Кататехнист совсем одна осталась. Ушла от защитника. И практически беспрепятственно бросала по воротам. Мало было там пространства, практически все перекрывал Тимофей в этой ситуации. Тимошкин, бросок издалека, рикошет очень опасный. И повезло сейчас «Морским львам», шайба отскочила чуть в стороне. Передача на Стародума, можно набирать скорость. Здесь в касание сразу же выбрасывает за пределы своей зоны Егор Тимошкин, разряжает обстановку. Снова Тимошкин. Отыгрывается Тимошкин с партнером, но здесь ненужный перехват, но есть время для того, чтобы вернуться. Завязалась немножко атака «Морских львов» по правому краю. Удается выбраться Кучинову, бросок по воротам. Хороший момент получается, и блестяще действует Илья Стан. Собирает он аплодисменты, и вполне заслуженно. Кучинов раз за разом жалит просто, можно сказать, своими бросками ворота соперника, но все время удается с этим справляться вратарю Марьину. Во всяком случае, пока что остается у нас чуть больше 5 минут до конца встречи. Счет у нас равный 4-4, много борьбы на площадке. И пока что
нету какого-то определившегося лидера на льду, и все остается на эти последние 15 минут. Бросок по воротам, забивает шайбу Марина. Ничего себе, здорово получилась комбинация у Марина. И в итоге Роман Песков, капитан команды Марина, забивает пятую шайбу в этой встрече. Как раз-таки только мне стоило сказать о том, что у нас практически равная игра на площадке, и сразу же Марина забивает пятую шайбу, выходит вперед, таким образом делает определенный задел для своей команды. Приходится, наверное, приступать уже к решительным действиям главному тренеру команды «Морских львов», делать необходимые замены для того, чтобы активизировать игру. Я смотрю, Кучинов опять снова появился на площадке. Кучинов пытался прорваться, там Стародумов есть на втором темпе. Кучинов опять с шайбой. Кучинов решил сам пройти. Нарушение правил последует, но Стародумов с шайбой. Продолжается атака «Морских львов». Очень недовольны, кстати, этим решением болельщики Марина. Во всю кучу, что здесь не было никакого удаления. Но так или иначе, Анастасия Кототехнис за последние два периода во второй раз отправляется на скамейку штрафников и снова за подножку соперника клюшкой. Разыгрывают шайбу «Морские львы». У них в пятый раз уже в этой игре есть численное преимущество минутное на площадке. Удается выцарапать шайбу маринцам, оттянуть необходимое время. Разгоняется атака «Морских львов». Здесь вовремя Стародумов восстанавливают. Левборд завязал шайбу. 18 секунд. Еще большинство есть. Атака «Морских львов». Может что-то получиться. Кучинов. Мощный бросок у него получается, но выше перекладины. Еще одна передача в направлении Кучинова. Шайба попадает в итоге в голкипера Марина. В полных составах теперь играет команды. Кучинов. Еще один бросок. Момент-то какой возник. Очень опасно получился. Едва не сравнивают счет сейчас «Морские львы». Мельников выбрасывает шайбу в зону соперника. Не решил ничего не придумывать лишнего. Проброс будет зафиксирован арбитром. Шайба будет разыграна у ворот маринцев. Горячо сейчас по-настоящему в зоне Марина. Во все, без оглядки на обороны, можно сказать, что рвутся вперед «Морские львы». Необходимо им сравнивать счет. Совсем мало времени остается до конца встречи. Три минуты еще есть у «Морских львов» для того, чтобы сравнять. Марин снова выбрасывает шайбу. Абзалединов рвется вперед. Возможно, успеет за ней первым. Там Драгунов находится на пятачке. Помогает ему вторым темпом. Сам разворачивается в итоге Абзалединов. Делает передачу на Мухамеджанова. Бросок. И нужно попробовать повторить еще раз. Нет, на Тимошкина шайба отскакивает. Абзалединов. Передача на Драгунова. Выбрасывают шайбу «Морские львы». Кучинов. Так, нет, это не Кучинов, это 15-й Шумилов как раз прорывался. Момент, бросок по воротам. Каркас ворот попадает. Шайба в штангу. И выручает сейчас штанга Марина. Контратака может быть у гостей. Мухамеджанов набирает скорость по правому краю. Уходит от опеки. На Абзалединова, к сожалению, не удается передачу сделать. Сейчас перехват. Но вот у Драгунова оказывается шайба. Драгунов сразу же бросает по воротам. Абзалединов. Абзалединов протаскивает шайбу дальше. Драгунов на пятачке. На него следовала передача. Но Борщов перекрывал как раз-таки этот пас. Еще один момент. Опять в направлении Мухамеджанова. Здесь не удалось ему, к сожалению, перехватить. Выброс шайбы. Шумилов там может первым к ней успеть. Защитник вовремя все-таки в итоге выбрасывает шайбу. Это Егор Тимошкин был. Тимошкин и здесь хорошо борется, выбрасывает дальше в направлении на
Романа Пескова. Нужно пытаться сохранить в зоне соперника шайбу морским львам. Одна из решающих атак. Все может решить в этой встрече. Для морских львов. Положение вне игры. Сердце-арбитр. Но там здорово поборолись защитники морских львов. Выпихнули шайбу за синюю линию. И таким образом заставив оказаться в офсайде сразу двум хоккеистам Марьина. И в центральной зоне будет разыграна шайба. Фототехнис, я смотрю, подходит к точке. Будет почти каждое выбрасывание именно она разыгрывает. И очень хорошо, кстати, поборолась. Контроль остается у Марина. Передача на таможню. Немножко сильно это получилось. А Кототехнис, может быть, попробует успеть. Проскакивает она немножко мимо. Но позволяет таким образом таможням помочь вторым темпом. Стародумов. На Кучинова. Кучинов немножко потерял из виду шайбу. Кототехнис снова с шайбой. По левому краю она проходит. Уже сама бросок по воротам в упор. И Борщов блестяще действует. Там ему, может быть, даже помог какой-то степени защитник, прикрывший угол. Кучинов набирает скорость по правому краю. Мешает там несколько ему Артем Мельников. И останавливает вовремя Кучинова. Убирает сейчас голкипера за 40 секунд до конца встречи главный тренер команды морских львов. И теперь уже абсолютно нечего терять синим. В атаке находятся морские львы. Нужно создавать моменты. Кучинов бросок к воротам. Нужно попробовать добить на пятачке. Сутолка небольшая возникла у Марины. Кто-то с кистов клюшку потерял. У синей линии нужно остановить, попробовать, чтобы не было положения вне игры. Кучинов дальше на шайбу. Правый край у него сейчас не получается свободным. Сразу два защитника Марина его накрывают. Момент еще один может быть. Бросок и еще один. И вбрасывание будет у ворот Марина за 5 секунд до конца встречи. Георгий Тропин как раз-таки бросал издалека от синей линии. Пять секунд остается, и уже практически совсем нету времени у Марина. Тайм-аут берет главный тренер команды морских львов. Хочет он что-то сейчас сказать своим ребятам на оставшуюся атаку. Возможно, будет у них возможность для того, чтобы хотя бы попробовать прицельно бросить по воротам соперника. А маринцы же, наоборот, настраиваются на то, чтобы без лишних нервов вот это вбрасывание отыграть и в итоге закончить встречу с победой. Очень интенсивная, кстати, у нас встреча сегодня получилась. Можно даже подводить какие-то определенные итоги. После первых двух 15 минуток морские львы смотрелись очень здорово. Смогли выиграть со счетом 3-2. Но вот вторые две 15 минутки Марина полностью перевернула ход игры в свою сторону. И четвертый период она закончился со счетом 4-4. И вот сейчас заключительный. Вернее, третий период 4-4, и вот заключительный четвертый период. 5 секунд до конца игры. Еще есть время у морских львов. Выбрасывает шайбу Марина далеко в зону соперника. И в итоге заканчивается у нас встреча со счетом 5-4. В сумасшедшей просто игре у нас одерживает победу команды Марина. Набирает столь необходимые очки, чтобы догнать морских львов. И расстроены, конечно же, ребята с синим сегодня. Старались они играть только на победу, но Марина проявила блестящий характер. Много болельщиков сегодня как раз их поддерживают. Все вместе они поддерживают хоккеистов, которые сегодня бились до конца. И таким образом Марина поднимается в турнирной сетке. Много у нас интенсивных моментов было в третьем и четвертом периоде. Было аж 5 удалений у Марина, и при этом 2 скамеечных штрафа, можно сказать, 7 удалений было подряд у Марина. 2 всего было у морских львов, это также скамеечные штрафы за сутолку у ворот. Сейчас вы как раз посмотрите все эти опасные моменты и, собственно, забитые шайбы. Я с вами прощаюсь, меня зовут Ботин Андрей, смотрите Кубок Москвы по хоккею. Всем хороших выходных!